Вот это у меня завтрак. Целый полноценный обед у меня тут. Яйцо, тост, авокадо и вот цикорий. Пьяная вишня. В общем, завтракаю, песни слушаю с утра. И сейчас на работу полным ходом. Ты тоже ждешь чего-нибудь, что ли? Думаю, что-то не то как-то нога. А я в рабочих тапках приехала. Домой в рабочих тапках приехала. Быстренько, быстренько. Сегодня тоже прям народ был. У нас на этой неделе нет свадьбы, но зато есть румерия. Это праздник такой местный. Ну, его, к нему, естественно, все готовятся, красятся. Мужчины подстригаются, чтобы быть красивыми. Так что подписывайтесь на канал. В воскресенье покажу вам, что такое румерия. Вот. Это очень красиво, национально. Все будут в платьях таких цыганских. Фламенко. У меня нет таких платьев, но как-то не знаю. Мам. Это мой сегодня лук. Ну, кстати, тапки подходят под цвет. Все белое. Белое платье на счастье надела. Ух ты, здесь так хорошо петь. В общем, я пойду домой разогревать, кушать. Хотя, знаете, думаю, что-то кушать не хочется. Ну, конечно, после такого завтрака может хотеться кушать яйцо, блин, пол авокадо, тост. Это же целый обед для меня, если честно. Поэтому чаю сначала я наверное. Я себе одна дома, одинешенька. Будем наслаждаться одиночеством. Я люблю побыть дома одна, ничего не делать, знаете, никаких не готовить, ни еще чего-то. Хотя мне кажется, так не это. Мы готовим. Не особо доставляет каких-то неудобств, но все равно. Одна есть одна. Примем сначала у нас поцелуйчики. Он так прикольно, мы сегодня проснулись, фотку сделала сразу в Инстаграм, так что подписывайтесь тоже на Инстаграм, там есть кое-какие интересные фоточки. Я сегодня, когда проснулась, офигела, как он спал. Лафа, угар, дурси, угар. Как же эти палки вкусно. Кстати, я цветок вот сюда переставила. Ой, вчера весь вечер изучала, как с ним обходиться и чего. Не знаю, выживет ли он у меня или вообще цветет он вот так очень редко. В общем, посмотрим. За папоротником и вот за тем ухаживать легко, а вот за этим не знаю, будет ли он у меня жить. Ну, вот так пускай стоит, надо его как-то поливать, не поливать, опрыскивать. Ой, палочки вот эти очень пахнут. Очень. Зеленое яблоко. Так что вот так он цветет. Боже, какой запах. Смотрите, как у нас пустынно. Обычно этот ресторан открыт, а что-то он сегодня закрыт. Где там у меня Чарли-то шатается? Вон куда убежал, вниз. Как у себя дома, ей-богу. Но я здесь не боюсь, потому что здесь машин нет. Он бежит, бежит. Магазина уехали, по-моему, в отпуск. Вообще, вы знаете, многие люди, когда вот у нас сейчас праздник будет суббота, воскресенье, понедельник, и все, многие уезжают туда, куда-нибудь, какие-нибудь поездки, потому что им не нравятся все эти местные праздники, но уже насытились ими. Каждый год одно и то же для туристов, там, или для приезжих нормально, или кто делает вот эти вот тележки, которые я вам покажу в воскресенье, туда. А так, ну, надъедает. И поэтому все уезжают. Какие-нибудь трехдневные поездки. Что тут у нас написано? Что-то непонятное. И вот. Так у нас пустота. А море прям шикарное. Сейчас пойду погуляю на него. Все, собираюсь, думаю, блин, сейчас поеду в магазин, потом вспоминаю, что мне после работы нужно быстренько бежать в спортзал.
карковый магазин, у меня фруктов мало осталось. Так бы можно было бы съездить. Ну да ладно, завтра съезжу, потому что у меня завтра никаких нету магазинов. И после работы завтра поеду за фруктами. Ананасик куплю, яблочки, еще что-нибудь. А то у меня осталось всего две груши и одну мангу незрелую. Смотрите, какие вот эти апельсины. Большие еще. Но они уже, они горькие. Как я тут... О, 6 часов. Смотрю я влог Прилучных, Агата, да? Они в Испании были, кстати, недалеко, так интересно. И они были в Малаге. Почему-то вроде в России ее называют Малага. Так это звучит как-то странно, Малага. Когда это Малага. И, в общем, они там тоже срывали с этих деревьев апельсины. И я еще такая смеюсь, говорю, зачем они их снимали? Бенте. Там только собачара. Хаски. И, в общем, они срывали эти апельсины, но они, наверное, потом поняли, что их есть нельзя. Они горькие, страсть, ужас. Давай, заходи. Заходи. Сижу за решеткой в темнице, сырое вскормление в неволе. Орел золотой. Вот так вот. Будем сидеть сейчас. Посидим вечерком. Поработаем немного. Потом погуляем. В общем, все как обычно. Та-дам! Смотрите, ни одной машины. Ну, кроме моей. Даже на той неделе были машины. На пляж приезжали. А сейчас, а вот на этой неделе ни одной. Зима скоро. Все, на пляж никто не едет. Хотя погода пляжная, замечательная. Но все работают, дети в школе. Поэтому и мне, да, пляжа. Вообще, для прогулки очень хороший день. Вот и все. Вот и прошла почти пятница. Завтра уже суббота. Поработаем. Так быстро неделя не длится, а проходит. Прям вообще, прям вжух, и все. Не успеешь оглянуться, завтра уже вторник. Мне опять надо на работу. Какой-то этот, день сурка. Одно и то же все. Что-то надо изменить кардинально. Что-то надо перевернуть. А иначе скучно, да? Вам бывает скучно жить? Даже если, ну не знаю, просто... А без работы вообще, наверное, была бы труба. Я помню, когда без работы сидела. Недолго, конечно. Я не могу без какого-то дела сидеть. Если я не работала, то я училась. И мне так скучно было. Я думала... У меня было время, когда я, знаете, целую ночь какой-то телек смотрела, а потом днем спала до 3-4 дня, представляете? И просто вела какую-то ночную жизнь. И хотя... Сейчас. Вот, и я потом до меня дошло, что я думаю, я что, всю жизнь так буду? Ночью телек смотреть, а днем спать. И у меня была такая головная боль постоянно, потому что я дневной сон не очень люблю, как вы уже знаете. Я потом выяснила, что днем вообще не люблю спать. У меня голова все время болит, если я днем посплю. Я и ночью-то не особо сплю, но мне лучше ночью спать. И вот какое-то время было, что я, да, ночью телек смотрела, сериалы, это вообще... Потом как-то я, знаете, завела себе будильник на 8 часов. Такое время наступило у меня. И вот просто пересилила себя. И когда я просыпалась утром в 8 часов и увидела, что солнце на улице, для меня так кайфово было. Думаю, блин, я столько всего потеряла. Хотя нифига ничего не потеряла. Мне было-то, господи, 20-25, наверное, не знаю, сколько лет уже. Ну, где-то в этих пределах. Света Божьего не видела. Все проспала, я не знаю вообще, как люди ночью работают. Потом, мне кажется, ночная жизнь это такая тяжелая, что ночью работаешь, потом целый день спать, что ли. И а когда дела делать, тоже ночью. Ой, да ну нафиг. Хотя же, не знаю, кому что. Есть же всякие там совы и еще кто там, жаворонки.
В общем, пойдем на пляж. Послушайте этот звук. Охренеть, правда? Это волны. Так смотришь на море, вроде бы спокойное-спокойное. Слышите? Охренеть. А запах? Ой, блин. Как пахнет вкусно морем. А что они все сидят на это? Так высоко, так волны, что ли, отсюда достают? Прям вообще сидят на дорожке. Вот это. Чарли даже это минжанул немножечко. Смотрите. Видите вот эти вот темные? Это так шторм был. Видите, да как доколдово было и волны. У меня батарейка садится. Ой, мужик плавает. Ой, и чихает. Смотрите, смотрите, как классно. Да, волны, смотрите, до сюда и доходят. Видите, рыбаки где, как далеко. Волна, волна идет. Смотрите. Я такие волны люблю. Класс. Шикардос. Я бы сейчас покупалась с удовольствием. Смотрите, смотрите. Нанесло всего. Смотрите, волны докуда были. Штормище какой был. Вау, обожаю. Запах какой стоит. Класс. Вы знаете, оказывается, мои соседи, прям соседи-соседи, тоже ходят в спортзал, куда я хожу. Но дело в том, что они, многие испанки, все на одно лицо. Я-то вот какая заметная. С голубыми-то волосами у нас только одна я. Поэтому я с ними, когда выхожу-то, там по-любому поздороваться надо, да? Ну а потом, я там ее как узнаю, может быть, она и на сумбу со мной ходит. Но я не знаю, как она выглядит на лицо. Поэтому вот так. Ну просто я сейчас, я его-то мужа, то есть ее узнала. Знаете, почему у него нос такой, как у грузина? То есть его по-любому узнаешь. А ее с хвостиком обычные. Я-то вон и в майке розовой иду, голубые волосы. Штаны тоже у меня вон розовые. А она какая-то все в черном. В общем, надо в следующий раз ее повнимательнее рассмотреть. А то будем вместе ходить.
На ужин огурчик. Я его вот так посыплю солью. И другим вот так разотру. Мы так в деревне делали. Правда, огурцы были с огорода. А еще вот. Яблоко. Груша и... мандарин. Всем приятного аппетита. Солененького захотелось. Думаю, что можно пожрать? Думаю, огурчик. Я думала, у меня их нету, а вчера нашла, представляете? Так жарко. Опять вся потная. И сегодня масочкой намазалась, такой, которая не смывается. Вот, но она у меня вся уже стекает потихонечку. Ладно, буду кушать огурчик. Вот так вот мы сидим. И моя сладкая любовь такая, да. Чарли не выспался, пока меня не было. Он, видимо, переживал, ждал меня и не спал. Хотя, когда я пришла, он даже не вышел меня встречать. Обиделся, видимо, что я его оставила дома одного. Все, у нас уже время, пора отдыхать. Завтра еще один рабочий день, и потом лафа отдыхать. Так что вам всем приятных выходных. Провести их, как вы хотите. Только не в уборке. Пожалуйста, выходите куда-нибудь, гуляйте. Да то я знаю женщин. Для них выходные это убраться, вкусно покушать, изготовить на целую неделю. Все такое. Когда отдыхать. Так что приятного вам отдыха. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока, до завтра.